Лавразия – северный из двух континентов, на который распался протоконтинент Пангея в Мезозое. Составными частями Лавразии были современные Евразия и Северная Америка, которые в свою очередь откололись друг от друга от 135 до 200 миллионов лет назад. Лавразия включала большую часть территорий, которые ныне составляют континенты северного полушария. Палеозой эти территории входили в состав таких континентов, как Лаврусия, Сибирь, Казахстане, Северо-Китай, Южно-Китайские континентальные щиты. Название совмещает в себе Лаврентию и Евразию. Происхождение Лавразии известно как феномен Мезозоя. Она возникла в позднем Мезозое как осколок Пангеи. Но сейчас считается, что континенты, которые сформировали Мезозойскую Лавразию, образовывали единый сверхконтинент намного раньше. От распада Родины и до вхождения в состав Панотии этот сверхконтинент называют Прото-Лавразией, чтобы избежать путаницы с Мезозойской Лавразией. Разлом и формирование в начале кембрийского периода Лавразия, находившаяся в экваториальных широтах, начала распадаться. Северный Китай и Сибирь, двигаясь к северу, достигли широт, на которых в течение предыдущих 500 миллионов лет не было никаких континентов. К Дивону Северный Китай уже располагался около Северного полярного круга и оставался самой северной сушей в течение всего каменноугольного оледенения от 300 до 280 миллионов лет назад. Но данных, доказывающих большое оледенение на северных континентах в Карбоне, нет. Тот холодный период видел воссоединение Лаврентия и Балтики с образованием Апалачских гор и формирование запасов каменного угля, служащих сейчас основой экономики таких регионов, как Западная Виргиния, части Британских островов и Германии. Сибирь смещалась к югу и соединилась с Казахстаном, небольшим континентальным регионом, как считается сегодня, вулканически образованным в силу Рийском периоде. После того, как они соединились, Лавразия почти поменяла форму и в начале Триасового периода восточно-китайский щит вновь присоединился к Лавразии, которая соединилась с Гондваной, образовав Пангею, а Северный Китай, дрейфуя из околоарктических широт, оказался последним континентом, присоединившимся к Пангее. Окончательное разделение. Около 200 миллионов лет назад Пангея начала распадаться. Между Восточной Северной Америкой и Северо-Западной Африкой и формируется Атлантический океан, но Гренландия и Европа все еще держались вместе. Разделение Европы и Гренландии случилось в палеоцене около 60 миллионов лет назад. Лавразия разделилась на континенты, получившие имена Лаврентия и Евразия. Позже к Евразии присоединились Аравийский полуостров и Индия.